Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 9104. Которой понадобится вроде как два железных топора и штук 7-8 обычных. Сишка тут не нужна. Да и по луту тут очень скромненько. Ну, по крайней мере, С4 я тратить не буду. Так, зайдем отсюда. Большинство ящиков находится тут. Вернее, все. Один стенд находится во второй части базы, для которой понадобится то ли железный, то ли обычный топор. Я уже не помню. Нет, тут можно обычным обойтись. То есть один железный вам точно нужен для первой комнаты. И все. Тут стенд с оружием и вот эти все ящики. Готово. Все ящики сломал. Начнем забирать оружие со стенда. Умирать тут смысла вроде как нету. Но опять же, я это смогу сделать. В случае чего тут есть колья. Так, давайте по ящикам смотреть. Тут два боксита, кожа, плотная ткань. Пускай будет. Следующий ящик. Бензин, изолента, еще изолента. И вроде бы как все. Третий ящик. Два стака аптечек, один красный талон. Можно схавать. И все. Идем дальше. Здесь... у меня вот украли, например. Так, дальше, чего тут? Это у меня также украли. Тут, получается, ящики полностью пустые. Вы можете найти только лут, который именно у вас украли. Здесь тоже ничего. 4 пустых хранилища. Это у меня украли. В итоге 5 пустых хранилищ. 6. Это у меня также украли. Вот весь лут, который был в пикапе для рейдеров. 7 хранилищ пустых, 8. То есть тут выгодно открывать только вот эти 3 ящика, но опять же выгодно и ломать стенд. Давайте еще сломаем вот это вот. В принципе, шума хватит. Пусто. Вот это вот улучшенную плавильню. Тоже пусто. И, наверное, вот это вот успею сломать. Да, тоже пусто. Ну, такой себе лутец. 2 огнестрела, 2 стака аптечек. В принципе, не так плохо. Ну, блин. Такая большая база и 8 пустых хранилищ. Это как перебор. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.